Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу: город Витебск, проспект Победы, 1. Приехали, да и заручники, кого ж яны заручать будут? А тиштую сиротиночку, что сядить на запыночку, слезками обливается, рукавцом вытирается. Осень на дворе, покрова, земля покрывается белым пушистым снегом, а мы застилаем праздничную нарядную скатерть. Голову невесты покрывают свадебным покрывалом. Пора свадебных застолий. Здравствуйте, дорогие друзья! А мы снова рады приветствовать вас в ресторане-пивоварне «Лямус», где приятно провести время с друзьями. И у нас, как всегда, в гостях замечательная Елена. Встречаем! Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Степановна. Ну вот, я приготовила уже кое-какие продукты к нашей сегодняшней встрече и хотела бы узнать, какой же интересный рецепт вы можете предложить из этих ингредиентов. Вы знаете, у меня сегодня два рецепта. Так. Я хотела выбрать один, но так и не выбрала, поэтому предлагаю вам сразу два рецепта. Готовить сегодня будем зразы и цибульники. Подожди, Елена. Мне кажется, что мы уже готовили зразы. Да, но мы готовили мясные, а сегодня я предложу рыбные. Не очень знакомое сочетание, но, поверьте, будет очень вкусно. Ух ты, рыбные зразы, это интересно. Но я смотрю, что нам понадобится помощь. Нам самим не справиться. Самое время пригласить сюда нашего замечательного повара Евгения. Евгений, нам нужна ваша помощь. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Ну, с Еленой вас знакомить не надо, вы ее хорошо знаете, но я хочу вас заинтриговать. Догадываетесь, какое блюдо мы сегодня будем готовить? Ну, пока что нет. Пока что нет. А мы будем готовить сегодня зразы, но не мясные и не картофельные, а какие, Елена? Рыбные. Рыбные. Значит, я все правильно здесь подготовила. Зразы – кушанье, история которого теряется в веках на кухнях Польши, Литвы, Беларуси и Украины, известные по всему свету во множестве своих вариаций. За века своего существования блюдо претерпело изменения. Поварами и домашними хозяйками было испробовано множество начинок, большинство из которых получило право на жизнь. В зразы добавляли не только яйца, лук и картофель, но и другие овощи, грибы и даже каши. Фактически блюдо превратилось в универсальное. Приготовить его можно с начинкой из любого продукта, который найдется на кухне. Их даже называли по-разному – завиванцы, крученики, пальчики, но прижилась польская зразы от слова «резати» – «резать начинку». Поговаривают, что первый рецепт этого блюда в наши края привезла из родной Италии Бона Сфорца, супруга короля Речи Посполитой Жигемонта Старого. Правда, назывались они тогда «котлета а-ля меланезе» – «миланскими котлетками». Однако в своем путешествии от аристократических столов до шляхтецких, а потом и народных, мясные рулетики с начинкой потеряли свое вычурное название и обрели местный колорит, а заодно и обогатились новыми ингредиентами. А второе у нас будет цибульники. Ну что? Интересные цибульники. Я думаю, Евгений. Из лука? Да, из лука. Лука нам сегодня понадобится много, потому что лук понадобится и в одно блюдо, и в другое. Так, ну что, я думаю, что самое время расставить нам вот все наши продукты замечательные. Итак, рыба, что дальше? Рыба, яйца. Так.
панировочные сухари. Все это у нас имеется. Перец, соль, конечно же, масло подсолнечное. Это нам нужно будет для приготовления первого блюда. Да, первого блюда. А для цибульников нам нужно масло подсолнечное, уксус, паста томатная, сахар, так, мука, также перчик. Ну, конечно же, главный ингредиент – лук и морковка. Ставим его прямо в центр, вот сюда, лук. Он понадобится и для одного блюда, и для второго. Так. Ну что, Евгений, приступаем? Давайте. Я предлагаю сначала заняться рыбой, потому что цибульники – это очень быстрое блюдо, и его можно приготовить перед самым приходом гостей. Ну, а с рыбным блюдом немножко нужно повозиться, поэтому я предлагаю начать приготовление наших рыбных зраз. Ну что же, приступим? Давайте я предлагаю нарезать лук сразу на два блюда. Замечательное предложение. Хорошо. И кто займется луком? Самые ленивые. Ой, мама дорогая, а кто это может быть у нас? Ну, конечно же, я думаю, что мы попросим Женю помочь. Давайте, я да. Жень, вы нарезаете лук для первого блюда, для нашего рыбного, а я буду нарезать лук для цибульника. Ну, а Степану мне наши мы поручим, наверное, потереть морковочку. С огромным удовольствием. Для цибульника нужно лук резать полукольцами, а для рыбных зраз мелко нарезаем. Вот как дело-то быстро спорится, когда дружно все заняты своим порученным делом. Растительное или постное масло – это растительный жир, добытый из различных частей растений, плодов, семян, корней или с помощью механического отжима или методом экстрагирования. В нашей кухне самым популярным по-прежнему остается подсолнечное. Для заправки салатов ароматное, очищенное только с помощью механических фильтров. А для жарки – рафинированное и дезодорированное, обладающее нейтральным вкусом и запахом. Ведутся споры, какой из растительных масел полезнее. Любители оливкового, рапсового, конопляного, арахисового, рисового, соевого, кунжутного приводят весомые аргументы. Но однозначно превосходство ни одного из них над остальными не доказано. Каждый вид масла имеет свои преимущества. Ни одно из них не содержит холестерина. Зато обязательно содержит жирные кислоты, насыщенные и ненасыщенные. Вот на наличие первых как раз и стоит обратить внимание. Именно они способствуют выработке вредного холестерина. Они насыщенные, наоборот, полезны. Они участвуют в построении новых клеток в нашем организме. Ой, с горы, из долины, ой, с горы, из долины, обегли коники четыре, обегли коники четыре, овезли карету синюю, привезли парочку красивую. А, Лена, я не зря запела эту песню, потому что мне очень интересно узнать, как же у вас празднуются покрова и время свадьбы, как проходит именно у вас на Полочине? Ну, это время с 14 октября по 28 ноября считается самое хорошее время для свадьбы. Конечно же, все молодожены стараются именно в это время провести свои свадьбы. Вообще праздник Покрова очень любим в народе. И очень много примет связано с этим праздником. Вот, например, если в этот день выпадает снег, то веселись и радуйся. И особенно это касается девушек, которые в этом году еще не вышли замуж. Потому что если снег выпадает, то они празднуют, веселятся, и это значит, что они обязательно найдут себе жениха. Если не в этом году, то обязательно к следующему году. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в народе очень уважают. С ним связано большое количество примет, которые для жителей города могут выглядеть устаревшими, но в селах до сих пор к ним прислушиваются. Покров считался надежным индикатором прогнозов погоды не только на ближайшие дни, но и на предстоящие сезоны. Считалось, что если до Покрова дня снег не укроет землю, то и на Коляды снега не жди, и в ближайшие 2 недели он тоже не выпадет. Если на Покров журавли улетают, то зима придет ранняя и холодной будет. Дождливый Покров, в следующем году пчелы принесут много меда. Дуб и береза к Покрову всю листву сбросили, год будет легкий, а если не всю, к суровой зиме.
Первые морозы придут с той стороны, откуда в Покров ветер дует. В приметы верили не только погодные, но и в житейские. Сильный ветер в этот день много невест в селе на выданье. Чем больше снега на Покров выпадет, тем больше свадеб в следующем году будет сыграно. Девица, которая раньше всех поставит свечу перед иконой Пресвятой Богородицы, первой замуж и выйдет. Еще есть примета, если в день Покровов выпадает снег, то это к ранней зиме. Если ветер дует с востока, это холодная зима. И вообще в это время уже заканчиваются все земельные работы, земля покрывается одеялом снежным, и люди начинают уже отдыхать от осенних работ. Начинаются святки, субботки и, конечно же, разные пиршества, на которые готовили вкусные разные блюда. Но мне понравилась вот эта примета, что никто не останется без жениха, а жених не останется без невесты. Так что надо надеяться и следить за приметами. Ну что ж, лук мы натерли, и я думаю, что мы уже можем отправить Женю приготовить начинку для наших рыбных зраз. А я хочу сказать, что прежде всего 14 октября весь православный мир празднует праздник Пресвятой Богородицы, Покрова Пресвятой Богородицы. И вы знаете, что самое интересное? Этот праздник берет свое начало еще с X века. Осенью в 910 году при императоре Льве Мудром Византийская империя переживала нелегкие времена. Константинополь был осажден врагами. За давностью лет уже доподлинно неизвестно, а может и нарочно утаивается, чьи полки стояли в тот день под стенами города, то ли сарацины, то ли русы под предводительством легендарного Олега, позднее прозванного Вещим. Перепуганные жители Царьграда собрались в храме Пресвятой Богородицы на Всенощную и просили заступницу небесную оградить их от страшной напасти. Храм был полон народу. Присутствовали на той службе и бывший раб славянских корней, юродивый Андрей с учеником своим Епифанием. И в самом конце службы случилось Андрею видение. В 16:00, подняв глаза к небу, увидел он, как идет по небу, окруженная светлым заревом, сама Богоматерь в сопровождении сонма ангелов и двух Иоаннов, пророка Предтечи и апостола Богослова. Молилась Мария вместе с жителями и простерла над городом свой покров, символ защиты и небесного покровительства. Неистовая искренность той молитвы и чудесный покров спасли город от врагов, которые вскоре и отступили от стен Константинополя. Ну что же, дорогие друзья, я думаю, что мы отправляем Евгения на кухню, чтобы все это приготовить, эту начиночку для нашего блюда. Рыбные зразы, я повторяю. Все правильно, Лена, да? Да. И для начинки для рыбных зраз нам нужно обжарить лук, добавить туда хлебный мякиш белый, яйцо. Затем это мы все смешаем и будем скручивать рулетики. Ну что же, Евгений, счастливо. Мы надеемся, что в скором времени мы приступим к начинке наших зраз. Мелко нарезать репчатый лук. Выложить его в слегка разогретое масло, обжарить и охладить. Крупно нарезать мякиш черствого белого хлеба, заправить его обжаренным луком, добавить сырое яйцо, соль, молотый перец и тщательно перемешать. Ну вот, начинка для зраз готова. Евгений, и я хотела бы попросить вас показать нам мастер-класс, как можно отбить рыбу без молотка. Давайте. Есть у вас такой способ? Ну вот, попросим. Берем репки кусочки. Так. И аккуратненько тыльной стороной ножа отбиваем. Именно тыльной? Да. Чтобы не повредить сильно нашу рыбу. Все тихонечко с одной стороны. Вот, оказывается, какие еще есть приспособления для того, чтобы отбивать рыбку. Нежное филе рыбки. Спасибо, Евгений. Ну, может, вы нам покажете, как теперь вот еще и начинять эту рыбку красиво. Еще один мастер-класс, с вашего позволения. Давайте. Немножко посолим, поперчим. Так, вот соль, пожалуйста.
ложечку начиночки. Профессиональный мастер-класс. Аккуратненько. Заворачиваем. И в эту тарелочку можем положить, да? Да. Вот как красиво все. Сейчас такие рулетики. Ну вот, мастер-класс получен. Евгений, я думаю, что мы снова попросим вас отправиться на кухню и взять все необходимое для приготовления какого блюда, Елена? Цибульники. Цибульники. Так, что нужно передавать. Евгений, вот здесь сода, она тоже пригодится. Спасибо. Так. К ней уксус, потому уксус. Что сода у нас будет гашеное. Масло растительное. И подсолнечное масло, так? Сахар, мука. И томатная паста. Все готово. Пищевая сода есть в каждом доме. Недорогая и всем доступная, она выручает хозяек в готовке, незаменима и в домашней аптечке, и в качестве отличного моющего средства. Пищевая сода, гидрокарбонат натрия, была изобретена французским химиком Лебланком в конце 18 столетия. Сначала это открытие было засекречено на многие годы. И только изобретение нового способа ее получения способствовало распространению соды, особенно в кондитерском деле. Используют пищевую соду в мясных блюдах, напитках и, разумеется, для выпечки, где она применяется как основной или дополнительный разрыхлитель. При нагревании сода выделяет углекислый газ, который делает кондитерские изделия пышными и воздушными. Я предлагаю вам взять рыбку. Так. Получается? Я думаю, неплохо. Ну вот, Елена, по-моему, у нас тоже все замечательно получается. Да, мне кажется, так. Тоже, что не хуже, чем у Евгения. Вот, какая красивая получается у нас рыбка. Елена, а что еще, какая примета или, может быть, что-то самое какое-то важное на Покрова происходит? Вот... Что бы вы могли еще интересненького рассказать? Ну, мне кажется, что самое замечательное мероприятие на Покрова – это осенние кирмаши. А, верно, кирмаши. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – один из самых любимых у белорусов. Самыми долгожданными и желанными были знаменитые покровские ярмарки, куда съезжались из всех окрестных сел, привозили все, чем урожайный год порадовал. Целые ряды с обильной снедью – грибные, рыбные, медовые, мясные, пироговые. Мастера инвентарь необходимый на продажу привозили. Случались и гости заморские с чудесными, доселе невиданными в наших краях, товарами. Приезжали поторговать и прицениться, женихи к невестам присмотреться, девчата нарядов прикупить. Сопровождались такие торжища часто веселыми гуляньями и театральными представлениями. Ух, как быстро у Елены это все получается. Рукодельница просто. Ну, попробуем начать. Обязательно нужно швами вниз складывать. Ага, так, и обжаривать. Так. В таком положении. Ну что ж, нашему Евгению остается только обмакнуть это в яйцо, обвалять в панировочных сухарях, так. И обжарить на хорошо разогретом подсолнечном масле. Уже красиво, а я представляю, как это еще и вкусно. Должно быть очень вкусно. Ломтики рыбы с одной стороны смазать подготовленным фаршем. Свернуть валиком, смочить яйцом, обвалять в панировочных сухарях. Сильно разогреть сковороду с маслом и обжарить зразы. Затем зразы доводим в печи до готовности. А вот секрет приготовления цибульников таков. Мелко нарезаем лук. Обжариваем его до золотистого цвета. Трем морковь и жарим до мягкости. В конце жарки добавляем томатную пасту и чайную ложечку сахара. Добавляем муку, соль, перец, взбитые яйца и соду, погашенную уксусом. Набираем ложкой фарш и жарим оладьи на хорошо разогретой сковороде с подсолнечным маслом. Подаем со сметаной и зеленым луком. Кабы на Покрова не болела голова, кабы на Покрова была девка здорова. Ух!
А тем временем, для того, чтобы подкрепить наше здоровье, блюда готовы. Ой, запах! За уши не оттянешь, я думаю. И выглядит очень аппетитно. Аппетитно. Евгений, с чего начнем? Ну, давайте начнем со зраз. Да. Я одразу хочу зразу. Я могу только пожелать усим смачно есть. Спробуем? Смакотища. Так, зараз поспробую сразу. Смачно. Вельми. Кстати, особенностями полоцкого региона приготовления цибульников является добавление морковки. То есть их можно готовить и с морковкой, и без морковки. А еще вместо муки можно сыпать манную крупу. Тоже будет вот очень вкусно. Как. А вот мне кажется, за счет морковки они получаются какие-то сладенькие. Вот особый пикантный вкус, я бы сказала, получается. Евгений, берете в свою копилочку и вот эти два замечательных блюда? Интересные блюда, я думаю, возьмем обязательно. Замечательно. А я хочу сказать, дорогие друзья, готовьте с нами, готовьте сами. А главное, приходите, мы всегда ждем вас в ресторане-пивоварне «Лямус». Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу город Витебск, проспект Победы, 1.